Два раза в год, весной и осенью, в Люберцах проходит экологическая акция «Сдай макулатуру, спаси дерево». Жители городского округа сдают на вторичную переработку бумагу и картон. Первый этап всероссийского экомарафона прошел сегодня в Центральном парке. Одна тонна макулатуры спасает 10 деревьев, экономит 1000 киловатт электроэнергии и сберегает 200 кубометров воды. Эти цифры – неплохая мотивация, чтобы не выбрасывать ненужную бумагу в мусорные контейнеры, а давать ей вторую жизнь. Отправляется на переработку вторсырья на предприятия России. Точно так же выпускаются книги, блокноты, канцелярские принадлежности. Есть опыт ручек из переработанной бумаги. Мы это все показываем на мастер-классах, детям рассказываем, что вот перед вами ручка из вторсырья, из переработанной бумаги. Из той бумаги, которую вы принесли на прошлой акции. В этом году к акции «Сдай макулатуру, спаси дерево» активно присоединились предприятия городского округа. Бессменные участники экомарафона – школьники. Мы принесли около 30 килограмм макулатуры и помогаем планете стать чище. За собранную макулатуру начисляются баллы. В дальнейшем их обменивают на саженцы плодовых и декоративных деревьев. Самых активных участников проекта правительство Московской области отметит ценными подарками и присвоит им звание «Экогероев». Луиза Егязарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.